Итак, дорогие подписчики, друзья, зрители моего канала, всем привет! Вторая часть с колесами. Кто не смотрел по предыдущему видео, можете посмотреть. Вот так у нас, в общем, они получились. Вот, на оценку. Самое главное, что я хотел сказать. Для финишной прямой, чем нам надо будет сделать, берем вот такую жидкую резину. Так что... Для вас мгновение будет, а для меня чуть-чуть время уйдет. Так что результат покажу. Не выключайтесь, как говорится, досматривайте до конца. Ну что, друзья, для вас мгновение было, а для меня пока зачистил, загрунтовал, зачистил, замотовал. Вот такие красавцы у нас получились. Так что пишите в комментариях. Сейчас фоточки приложу. Меня там в комментариях просили, от какой модели были они. Вот они, красавцы наши. Так что ждите результата, когда они будут уже на тракторе стоять. Лайка заслуживает? Надеюсь. Все, всем до новых встреч. Вот такое видео было. Техническое, как говорится, для RC-моделей. Доработка колес. Все, всем пока.